Это объясняет, что связь между людьми может существовать даже если кто-то находится не здесь, не на этой земле. Ну, допустим, все чувствуют связь с умершими, как они считают, родственниками, хотя никто на самом деле не умер. Почему так сильно больно от того, что человек не рядом со мной? Потому что ты его чувствуешь, этого человека, ты его продолжаешь чувствовать. Почему он к тебе во снах приходит? Потому что у вас есть связь. Ну, если бы ты не чувствовал этого человека, он бы забылся, ты и все, но он не забывается. Потому что есть связь, связь-то остается. Но эта связь не приносит мне счастья, потому что эта связь означает, он не сдал экзамен, и я не сдал экзамен. И поэтому мы вместе страдаем. Но вот если такая же связь устанавливается со святым человеком, тогда здесь наступает феноменально другой результат. Результат заключается в том, что когда ты с такой личностью связываешься в своем сердце, сердце становится чистым, ясным, спокойным, и в него приходит знание. В том числе и о выгодных вещах, которых мы так сильно жаждем. Когда я выйду замуж, когда устроюсь на работу, что мне надо сделать, чтобы родить ребенка. Все это приходит в сердце само собой, человеку, который направляет свое сердце в нужном направлении.